такое ощущение, что какую-то другую страну, я не знаю, куда-то приехал. Не верите, что вот это все наше вообще? Что это вообще наша дача? Что мы не в Подмосковье находимся. Какие классные. Как здорово, можно посидеть на них. Это, кстати, искусственный ротанг, очень легкий, практичный, и можно даже зимой оставлять. Замечательно, так удобно. Я, наверное, буду тут сидеть, а гости приедут, будут сами готовить и меня обслуживать, не я их, а они меня. А у нас гости хорошие, они сами себе готовят. Это, кстати, очень удобно.